коллеги из Беларуси обратились к нам, чтобы дать нам на тестовые испытания один из автобусов, который выпускает их предприятие. Оренбуржцам будет предоставлена возможность поездить на автобусе марки МАЗ, который выпускается в Беларуси, и оценить качество выпускаемой продукции. Это автобус МАЗ-203-965. Преимущество этого автобуса в том, что он работает на метане. Метан – это значит, если брать эксплуатацию дизельного автобуса такого же уровня и вот этого автобуса на газу, то эксплуатация дешевле вот этого автобуса в 3 раза, чем дизельного автобуса. И плюс то, что на сегодняшний день программа по закупке таких автобусов, она субсидируется федеральным правительством. Техническая особенность – то, что он полностью 100% низкопольный, это для удобства пассажиров. Ну, стоимость такого автобуса примерно в базовой комплектации где-то за 10 миллионов, там, 10-900, 10-500, то есть в пределах такой суммы. Конечно, нам нужны автобусы. Автобусы нам нужны в колоссальном количестве. Нам нужно порядка там хотя бы 150 автобусов больших сегодня, чтобы обновить муниципальный парк. Закупаем 21 автобус и, надеюсь, в ближайшие где-то месяцев 4-5 выйдут на маршруты города. Спасибо вашему руководству, губернатору, за то, что вот именно нам позволили провести эти испытания. И позвольте вручить мне вот эти ключи, пожелать счастливой дороги, то есть добрый путь. We'll be right back.